Сквер на месте деревянных домов. В районе перекрестка улиц Щорца и Грибоедова инициативные кировчане предлагают сделать зону отдыха. Там недавно снесли старые деревянные дома. В микрорайоне парков мало, отдыхать людям негде. Даже у подъездов скамеек нет. Тему продолжит Елена Шарыгина. Где мы живем? Я вот давно живу, я 90 лет уже живу. Ну такого чуда, чтобы было. У жителей жилого комплекса на Щорса возмущению нет предела. Несколько лет они добиваются того, чтобы около их домов сделали сквер, хорошую детскую площадку и просторную парковку. И даже место подобрали. На углу Грибоедова и Щорса есть клочок земли, где недавно снесли старый деревянный дом. В районе нет зеленых зон, и людям негде прогуляться. Да что там, даже у подъездов скамеек нет. Прошел слух, что на пустыре построят новый дом. И только решили, значит, все будут пускать строить. Это очень нам не нужно, и очень это долго, и неудобно, и все. В общем, тут нам надо место и парк, и отдых, и площадку расширить, и парковку сделать. И, в общем, вот так нам надо подумать о жильцах вот этого микрорайона. Вот наша просьба. Земля находится в частной собственности, как и участок по соседству. Кировчанки и на него глаз положили. Здесь они бы сделали большую парковку. Но опять же, старый дом и частная собственность. Этот дом перестал быть жилым в 2014 году, когда отсюда съехали последние жильцы. С тех пор здание стало пристанищем для бездомных. В 2018 году здесь случился пожар, после чего окна и двери наглухо заколотили. Местные жители говорят, что сейчас здание и земля около него находятся в частной собственности. Поэтому снести постройку и использовать эту территорию нельзя без согласия собственника. Женщины переживают больше не за себя, а за молодежь. Свою идею кировчанки предлагали администрации, даже писали губернатору и президенту. Пока безрезультатно. Помощь готовы оказать общественники. Представитель объединения «Кировские проекты» Роман Буков знает все о благоустройстве. Активист согласился, в районе Грибоедова парк очень нужен. Здорово, что инициатива поступила от местных жителей. Вообще, в последнее время все больше и больше инициатив от местных жителей мы слышим, что они хотят создавать какие-то общественные пространства, совместно собирать на это финансы, совместно привлекать к этому общественное внимание. Это очень здорово, когда люди сами что-то создают, и далее, если у них все получится, они сами будут за этим ухаживать. Одно дело построить. Гораздо сложнее сохранить сквер, площадку или любой другой объект. В Кирове есть несколько примеров того, что без хозяина рано или поздно все приходит в запустение. Еще недавно на этом месте были качели и горки, но они сломались и их убрали. Эту территорию 3 года назад за свой счет и по своей инициативе сделали активные кировчане, но с тех пор за площадкой никто не следит. Например, здесь был книжный шкаф, здесь стояли книги, а здесь были стекла. Сейчас, как мы видим, ничего этого нет. Также до сломанных досок никому нет дела. Елена Шарыгина, Владислав Мажейко, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.